Всем привет. Без 27, а уже темно. Вышли с Рыжиком погулять. Батарейку сейчас надо забрать у Петра. Передали батарейку. Петр на месте, нет? На месте. Девчонок, хорошего вечера, хорошего настроения. Рядом омут и мели, мы до них добраться не умели. Левый берег Дона, пляжи, чайки, плесы у затона. Рядом омут и мели, мы до них добраться не умели. Батарейку взяли? Мой Магадан, здравствуй, весенний луч. После ты мной мужик, кружку поднес губа и на руке возьми. Смотрите, вода какая чистая. Ничего себе, на табло показывает 23 тепла. Народ гуляет. Кто в куртках, я вообще без рукавки, в шортах. Фонтаны работают.
экскурсию еще предлагают. Эклеры, эклеры еще предлагают. Барбос спал, мы его разбудили нечаянно. Вкусно. А, да он вообще красавец. Тяжело вставать, Тёма, но да, лапки болят. Чья это морда, вообще непонятно. Мошенника нет. На его лицах ты далеко, ты не за пеленой другого дня. Твоя вера не сможет повещать. Перелететь и разогнав крылом туман, упав с ночных небес скорее тебя. Она подошла к кустам, говорит, а кто это такой? Я говорю, барбос. Вон, лапки кверху, все. Барбосик, ты живой? Живой барбосик. На вечернюю прогулку вышли? Нацеловались они все. Когда я седу, кружу над городом, пришла в пальто с приподнятым воротом. Я подумал, что два друга не разли вода, а? Белая птица. Небесных тайн стихотворение для тех, кто видел раз хотя бы. Не будем вместе никогда, не говорим никогда. Осенний Ялта. Бархатный сезон продолжается. Да, вечером прохладно. Ну, мне нет. Я вот. Ну, люди так, для страховочки поделись, наверное. Пойдем на Приморский пляж, Рыжик. Посмотрим, что там. Еще все работает, он маяк работает, музыку он поет, играет. Сувениры, комплекс тоже работает. Телефона снимаю, нет смысла с GoPro снимать. GoPro стрёмно тоже снимает в темное время. Фрукты продают. Рыжик, не дергай, пожалуйста, за поводок.
Приморском пляже на набережной тоже люди есть. Здрасте. Это же Рыжик говорит. Мама его смотрит. Фойер. Снизу на пляжах все убрали, буквально все. Да дергайся-то, Рыжик, но сиди ты спокойно, пока я снимаю. Даже экран убрали почему-то. Странно, на зиму зачем экран убрали? Смотрите, яички СО 135-139. С1 125, вот С2 по 115. Ни хера себе. Зашли в пуд, взяли еду с Рыжиком, а то вдруг не успеем, закроют магазины. Да, Рыжик? Взял ему этот. Какого? Печеночный какой-то батончик там. Хороший вид, да? Желтые розы, эмблемы печали, Рыжик. Понимаешь, нет? Как хорошо, народу мало. Живую сидит, поет. Беспощадная правда, уж любовь все сложит. Да мы, собственно, приходили за батарейкой. Петру подписчица передала. А получилось так, что опять прошлись везде. И поэтому я ничего не брал для собак. Овчаренок меня узнал на улице, на Пушкинской. Представляете, подбежал. И вот за мной идет. Вот видите, два раз покормил его, с ним пообщался. И вот он ходит теперь за мной. Эти, маленький кутяночек. Играться хочет. А ему нечего дать, я только яички взял, хлеб. Да и все. Фу, Рыжик, фу. Этот Рыжик сейчас начнет на него прыгать. Да иди у мать, блядь. Хлеб отломал ему, не стал он кушать. Значит, не так голодный. Пошли, Рыжик уже. Дергает, уже цель поставил домой. Он всю улицу знает. И в троллейбусе знает, когда выходить, на какой остановке. Вот этот овчаренок, поэтому он с мозгами, собачка. Вот и идет провожать. Скажет, а вдруг меня он возьмет домой к себе. Может, у него дом с огородом. Мало ли.
пришлось в магазин заходить. Этот маленький так и до Пушкинки нас проводил. Ну, кусай. Сосиски взял такие. Больше ничего нету нахер. Одну рыжик. Остальное ему. Ты дома покушаешь. Убрать надо тут. В лавочках. Фенди-перц свой же. Ешь. Хороший обчеленок. Рыжик не трогай. Это ему дома покушаешь. Ладно, пусть он пока ест, а мы в это время уйдем, чтобы он за нами не шел. Людмила Г, Виталий Ш, Олег для собак написал. Елена З. И Александр К. Спасибо, люди, вам большое. Пришли мы с Рыжиком домой. Тот песик, короче, да. Мы в троллейбус, и он стоит у двери, смотрит. Ну, это просто трудно сдержать, короче, слезы.